Тогда я вас приветствую в Мариинском театре. Это новое здание Мариинского театра. Мы называем его Мариинкой 2. У нас еще есть Мариинка 3, которая появилась раньше, чем Мариинка 2. Вот такие у нас любопытные события происходят. А слева от нас историческое здание Мариинского театра, построенное в 1860 году. Что прежде всего вас бы интересовало вот в такой беседе нашей? Валерий Абисалович, здравствуйте. Я думаю, нас больше всего интересует все-таки, как нам, молодежи, полюбить искусство. Как вот к классической музыке. А я уверен, что вы уже любите. Ну, те, кто здесь собраны, да, на самом деле так и есть. Но вот как большинству молодежи понять такое, ну, более классическое искусство, которое вот существует, все-таки, ну, не вся молодежь понимает и относится как-то к ней. Угу. Спасибо. Ну, мы живем в мире искусств, например, искусство. Я бы так сейчас поосторожнее бы высказывался. В природе человека стремится к чему-то, чем он еще не владеет. Вот если у вас в кармане конфета, вы помните о том, что у вас конфета, но вы вокруг оглядываетесь, видите, что, например, есть еще и кусочек торта. Думаешь, ну, конфета у меня уже есть, вот попробую торт, говорят, что это очень вкусно. Вот когда у вас есть в кармане владение русским языком, а вам приходится читать иностранные какие-то плакаты непонятные вам, то на английском, то на французском, немецком, то невольно задумаешься, может быть, научиться говорить или думать по-английски или по-французски, а вдруг поможет. Я не хочу ставить мою жизнь в пример ни в коем случае, но вот я попал в английскую школу. Я не шел в школу, чтобы учиться в английской школе. Это была довольно сильная школа в городе Владикавказе, школа 5-я. Например, там учился Евгений Вахтангов, а он был знаменитым режиссером. Мне тогда фамилия Вахтангов ни о чем не говорила, мне было неполных 7 лет. А когда во втором классе я уже как-то говорил по-английски, даже, может быть, несколько свободнее, чем большинство учеников моего класса, это уже, наверное, было связано с тем, что меня, может быть, что-то заинтересовало. А когда я почти случайно пошел сдавать экзамен в музыкальную школу, опять же, в таком возрасте, потому что наш сосед, например, был учителем музыки, он посоветовал моей маме отдать мне музыкальную школу. Вот видите, к чему это привело. Теперь я работаю здесь, в Санкт-Петербурге, и возглавляю очень сильный театр. Иногда дает по 5-7 спектаклей в день. И даже в полосу, трудную для всех, в которую мы вступили совершенно неожиданно, где-то в середине марта прошлого года, мы были на 2-3 месяца разлучены с любимой профессией, но потом как-то стали находить выход из создавшегося положения. Нашли, может быть, даже раньше, чем большинство наших коллег в мире, стали осторожно, но все-таки возвращаться на сцену, или лучше сказать, на сцены Мариинского театра. И уже в конце июня 2020 года давали концерты сначала для врачей, для работников Роспотребнадзора, которые помогали всем тогда. Осторожно искали пути выхода из такого тяжелого кризиса. Певец, который не поет месяцами, особенно если учесть, что в нашем репертуаре не только русские оперы, но и огромное количество итальянских, французских, немецких опер. Их поют наизусть, иногда по 4, по 5 часов подряд петь по-немецки. Для этого нужен какой-то тренаж, тренинг. Когда спектакль идет 9-10 раз в сезон, то это та периодика, когда вы поддерживаете свою готовность выступать в этом спектакле на очень высоком уровне, потому что вы постоянно держите себя вот в состоянии тренировки, и у вас крепко в памяти выученные роли. Но если вы не поете 6 месяцев подряд, вы можете попрощаться вот с таким ощущением уверенного знания. Французская опера то же самое, итальянский, да даже русские оперы. Поэтому
прежде чем я вернусь к тому, что такое любовь к искусству или как научиться любить искусство, мне кажется, нам надо просто определиться на самом простом уровне. Любить мелодию – это ведь тоже любить искусство. Да? Запоминать какой-то ритм, может быть, даже простейший, вот, и получать удовольствие от того, что кто-то, ну, если упростить, буквально колотит в барабаны, а вы не хотите закрывать, так сказать, защищать свои уши от такого почти грохочущего, да, вот, боевого такого ритмического резонанса вокруг вас. Но, наверное, есть что-то в нас, что поддерживает какое-то, вот, если хотите, любопытство, интерес к всему, что происходит вокруг нас. Вот мы недавно были в Татарстане, буквально дней 15 назад, и выступали в Альметьевске. У нас там друзья, мы в Набережных Челнах, у нас друзья, и, естественно, в Казани. Там недавно произошла трагедия в школе, вы это знаете. Мы хотели дать концерты памяти погибших, и один из таких концертов был в Альметьевске. Но даже на фоне такой трагедии мы возвращались уже, может быть, в пятый раз. И прежде чем выступить в зале, мы в любом случае находим себя такой то ли оранжереи, то ли такой полузоопарк почти, что там невероятное количество птичек поющих, попугаи, например. Вот это концерт, вот я предпочитаю такой концерт даже некоторым нашим концертам, потому что что такое искусство? Вот вы когда-нибудь в 5 утра слышали, как поют птички? Наверное, слышали, правда ведь? Вот. Ну, может быть, это и стало когда-то, может быть, даже тысячелетия назад. Это, может быть, и стало каким-то толчком для того, чтобы кто-то уже невольно становился будущим композитором. Повторить всеми доступными средствами, даже сегодня, вот тот концерт, который нам дают птички, а их может быть очень много, их может быть 5, их может быть 20, их может быть 50. Вот я считаю, что это то, что подсказано природой. Любить искусство, видеть красоту, например, океана, быть на каком-то уровне повыше. Вот мы во Владивостоке имеем такую возможность. Если мы с вами видим картины художников, которые буквально были воодушевлены, вдохновлены безумной красотой, ну, скажем, утренняя заря или заход солнца вечерний, вот даже у нас Финский залив, бывает безумно красиво. Это и есть еще один шаг навстречу тому, чтобы найти себя погруженным уже в мир красоты и такие возможности, грандиозные возможности предоставляют нам, например, великие русские творцы. Ведь русская музыкальная традиция, высокая музыкальная традиция, принадлежит к числу наиболее почитаемых, наиболее популярных. В мире постоянно звучат произведения Чайковского, Рахманинова, Прокофьева. Вот каждую секунду, я уверен, в мире звучит русская музыка где-то. Вот мы с вами спим, а в это время, может быть, в Японии или в Австралии слушают русскую музыку. Да? Что, мне кажется, очень здорово, потому что авторитет, репутация, признание страны во многом, не во всем, но во многом, очень многом, идет и через вот, творчество самых ярких сыновей, дочерей народа, страны. Я уверен, что в случае с русскими композиторами мы имеем совершенно фантастическое присутствие в мировом, в глобальном пространстве произведений многочисленных, их тысячи, наших самых великих композиторов. А композиторов таких у нас 15-20. Это действительно блестящий совершенно список. Я изначально постановку вопроса не очень воспринимаю, потому что мы говорим о том, что почти не имеет права на существование. Вот постановка вопроса, как полюбить музыку. Отвечу. 300 лет назад уже вовсю
писал свои великие произведения Йоганн Себастьян Бах. Ну, скажем, 250 лет назад Моцарт, уже не мальчик, ворвался в музыкальный мир. Вот с тех пор постоянно их музыка звучит. Значит, мы вот любим с вами количество лайков, количество показов. Вот у нас, у самих за период, скажем, с марта по декабрь 2020 года было, наверное, 135 миллионов просмотров того, что транслировалось отсюда. Очень многое транслировалось в режиме живом. Мы исполняли даже в ограниченном составе. Вот и через marinsky.tv мы достаточно щедро, я бы сказал, и бесплатно всегда делились. Около 160 стран, в конце концов, присоединились вот к этим ежедневным просмотрам. Мы их закончили где-то в декабре прошлого года с тем, чтобы определиться уже где-нибудь вот скоро, наверное, когда жизнь вернется в нормальное русло, как мы все надеемся, и продолжим какую-то другую форму. Но у нас существует огромное количество контента. Но мы говорим сейчас про 300 лет, задолго до появления интернет-возможностей, задолго до появления мобильных телефонов, гаджетов. Но ведь люди слушали музыку. И таких людей, которые слышали музыку Моцарта вживую, сотни миллиардов. Я повторяю, сотни миллиардов, потому что это уже 50 поколений, а может быть 70 поколений. Что такое поколение? Что каждые 10 лет, ну, или каждые 12, 15 лет, 20 лет. Вот, нас отделяет от этих времен, когда сочинялись популярнейшие произведения, а еще Вивальди, это очень далекие от нас времена. И вот у нас постоянно звучит музыка Вивальди. Я думаю, каждую неделю по несколько раз мы играем Моцарт и Вивальди. И это продолжается как снежный ком. И в конце концов это входит на какое-то невообразимое количество слушающих одно и то же произведение. Я не оговорился, до сотен миллиардов людей. Но это каждое произведение. Но произведений тоже, наверное, миллионы. Это может быть не так часто, как люди вдыхают и выдыхают, но это достаточно невероятные цифры, чтобы вообще не ставить так вопрос. Это моя точка зрения. Вы уже пришли к тому, что вы любите искусство в той или другой форме. Помогать вам в этом святая обязанность старших ваших коллег, таких, например, как я. Тем более мне доверено руководить государственным театром, одним из лучших в мире. Мы стараемся это делать с максимальной серьезностью и интенсивностью. Если мы дали, может быть, 300 спектаклей уже по возвращении из вот такой вынужденной разлуки с профессией, то есть с июля месяца по сегодняшний день, почти год, уверен, что их было больше, но их было больше, потому что только в маршруте пасхального фестиваля оркестр Мариинского театра дал около 30 концертов в 27 городах России. Это было совсем недавно. Мы вернулись 27 мая в Москву, чтобы закрыть этот фестиваль. И 17 и 18 выступили в Москве заключительными концертами Московского пасхального фестиваля. Речь идет о 3,5, ну, давайте скажем, почти 4-недельном путешествии. Ну вот 30 концертов за 26 где-то дней. Может быть, их было больше, сейчас не, может быть, 35. Но это много. А всего выступлений было сотни, сотни и сотни. Значит, мы, думая о том, что планируем показать какую-то новую премьеру Мариинского театра, например, показали не так давно впервые «Летучую мышь». Это даже не опера, мы ведь театр оперы и балета, это оперетта Йоганна Штрауса «Летучая мышь». Говорить о том, ах, как вкусно пахнут розы, можно сколько угодно, но если я вам преподнесу изумительный цветок, вот тут много девушек, вот, и вы еще раз насладитесь этим ароматом розы, вот примерно то же самое может произойти. Столетия проходят,
150 лет проходит, люди возвращаются к одним и тем же названиям. Вот тут идет Травиата, идет уже, ох, как долго во всем мире. В каждом театре Травиата своя, есть разные спектакли, более традиционные, более современные. Но сила этих спектаклей не в том, что их делали давно или недавно, а в том, что музыка Верди совершенно бессмертна. И к ней будут обращаться и ваши дети, и ваши внуки. Вот мы с вами находимся в фойе, правильно? Но по замыслу архитектора здесь можно проводить концерты. Тут можно до 200 человек расположить. Вот, вот там может быть инструмент, там могут быть даже группа музыкантов. Здесь хорошая акустика. Вот эти системы, видите, вот там такие вот точечки, вот там. Это для, не только для отражения звука, а как бы для поглощения звука тоже. А вот здесь у нас целые системы, которые себя давно уже оправдали, и это дает очень хороший звук. Мы называем его фойе Стравинского. Вы обратили внимание? Вы находитесь в фойе Стравинского. У нас Игорь Федорович Стравинский, это очень крупный, великий русский композитор, прожил вот, вот так вот в том доме. Вот тут. Вот через дорогу угловой, видите, вот угловой, да. Вот если там подняться на третий этаж, вы попадете в квартиру, в которой вырос Игорь Федорович Стравинский. Вот в этом театре он впервые встретил Петра Ильича Чайковского, будучи еще мальчиком. Ему было, наверное, 9 или около 10 лет от роду. Здесь богатая очень история. Отец Стравинского здесь пел, Федор Игнатьевич Стравинский, был великим певцом. Бас. Какие у вас вопросы будут ко мне, пожалуйста? Я хотела бы узнать побольше о вашем музыкальном прошлом и о том, как вы пришли к тому, что вы любите музыку, и никогда ли вы не сомневались в том, что это ваше призвание? Я вот как раз, в отличие от вас, хотел бы узнать как можно больше о моем музыкальном будущем. Я вот говорю о том, что сейчас появятся фестивали. Вот, это моя, хоть и не, как бы незаметная, но святая обязанность, потому что я человек, с которым связаны определенные возможности коллектива, который он возглавляет. Ничего необычного в том, как я стал постепенно вырастать сначала в очень незаметного, потом чуть-чуть более взрослого музыканта. Ничего необычного в этом нет. Мне повезло с педагогами, раз. Еще больше мне повезло с родителями, так говорить вообще глупо, потому что всем повезло с родителями, потому что мы им обязаны жизнью. Но моя мама оказалась человеком, который почувствовал, что музыка и мир музыки – это что-то, с чем моя жизнь должна быть связана. Это совершенно точно, что она сделала это возможным. Педагоги могли сказать, что вот у меня там ритм, Или память музыкальная оценивается так или эдак. Но это она сделала все, чтобы я не бросил это занятие. У меня ведь интерес, как тогда у многих был, погонять мяч, например. Вот. Ну, мы все любили это делать. А потом я занимался теннисом на столе, я очень любил играть. Это все мне было лет 10-11, может быть. Но я музыку не бросил, за что я безмерно, безмерно благодарен. А прийти к тому, что ты начинаешь что-то испытывать, когда играешь сонату Бетховена или этюд Прокофьева, но тут уже ты сам тоже должен какое-то усилие сделать. Потому что педагог – это колоссально важно. Но если в твоей душе и в твоей какой-то организации умственно, эмоционально, нервно, воображение твое, если это не смыкается, то, может быть, не стоит, это общая такая фраза, может быть, не стоит мучать ребенка, когда ему уже там где-то 12-13 лет, и делать все возможное, чтобы он там хотя бы часик в день или два побарабанил по фортепиано. Ну, может быть, не стоит, но у ребенка у самого обязательно возникает какой-то растущий, я повторяю, целый мир, в конце концов, который связан с тем, как звучит инструмент, с тем, как звучит человеческий голос. Потом это может быть связано с тем или другим темпом
тем или другим ритмом. Потом есть слова, которые можно положить на музыку или музыку сочинить на текст, который будет предложен. Это огромный, богатый мир. Там невероятные возможности. Вот, поэтому я считаю, что мне просто везло подряд первый, второй, пятый, десятый шаг. Я не приписываю их себе никак. Ну, а моя маленькая заслуга только в том, что когда я услышал оркестр, мне не показалось это чем-то смешным. Когда я увидел первый раз дирижера в жизни, мне было немножко забавно смотреть на него, потому что он был очень небольшого роста, и он стоял на огромной платформе, полметра, наверное, вот, и возвышался над оркестром. А зал филармонии, в который я ходил, когда мне было лет 7-8, сама платформа, где находился оркестр, уже возвышалась над теми креслами в партере, где я сидел. И получалось, что я смотрел на оркестр, а над оркестром стоял на огромной высоте человек очень маленького роста, который поднимал руки вверх и вот что-то такое все время делал, потому что, как это бывает, он, наверное, чувствовал, что таким образом он в глазах всех как-то вырастает. Все, что происходило потом, когда я попал в Ленинград тогда, это уже был просто какой-то тот или иной, но труд и концентрация на том, что такое оркестр, что такое мир симфонической музыки. Чуть позже я познакомился с миром оперной музыки, балетной музыки. Вот и попал. Опять же, мне, наверное, повезло, я попал вот в этот театр, когда мне было 23-24 года. Вот, и с тех пор я работаю в этом театре. Стоит ли нам модернизировать театры, то есть ставить новые работы, играть их, или лучше остановиться на классике? Дело в том, что классика продолжает жить, и таким образом обновляется каждое новое поколение, обращается к одним и тем же вечным, как мы говорим, образцам классической музыки. Например, Даниил Трифонов, великолепнейший русский пианист, который сейчас выступал с нами вот как раз в том числе и в этом огромном турне. Классика модернизируется только потому, что представители вашего поколения играют ту же самую сонату Моцарта, которую играл когда-то Эмиль Гиллес, великий пианист. А играл он эту сонату, наверное, в конце 30-х годов. Играл очень здорово. Поэтому считать, что классические произведения застыли, как лава, знаете, вулкана, который проснулся там 10 тысяч лет назад, а потом застыл. Я так не думаю. Я считаю, что каждое поколение имеет какое-то свое восприятие произведений, которые написаны очень давно. Вот, и это очень интересный процесс — слышать новое поколение или новых, юных даже исполнителей, которые совершенно по-своему играют Моцарта или Баха или Бетховена. А модернизируется все. Это здание современное, оно отличается от здания, которое вот от вас по правую руку. Вот оно. Да? Поэтому, безусловно, мы приветствуем все новое. И иногда спектакли бывают очень необычными. Усыпить невозможно классику. Невозможно. Она живет вместе с поколениями людей. Многое меняется в мире, да. И ощущение движения на сцене, и как реагировать на ту или другую реплику, меняется постоянно, поколение за поколением. Поэтому повторить то, что было когда-то, 150-200 лет назад, в точности, сегодня невозможно. Я в этом совершенно убежден. Какие оперы, именно русские оперы, планируется ставить в ближайшее время, те, которые были забыты? У нас огромный выбор русских опер. Самая ближайшая постановка, новая, это опера «Мавра» Игоря Стравинского. «Мавра». Есть еще в планах у нас постановка в этот же вечер, потому что «Мавра» — это опера короткая, «Байки про лису». Оба произведения написаны Игорем Федоровичем Стравинским. В честь его названо это фойе. Ибо он вырос, как вы помните, вот в этом доме на третьем этаже. В этот же спектакль попадает и постановка балета. Это
замечательный, как мне кажется, балетный шедевр «Поцелуй феи», тоже Стравинского. Если нам удастся сделать это хорошо, я буду этим очень гордиться, потому что ровно 50 лет назад Игорь Федорович ушел из жизни, в 1971 году. Он приезжал сюда в 1962 году. Он встречался здесь с коллегами, с композиторами, советскими тогда еще. Вот. Он обладал очень острым словом. Вот. И ему был задан вопрос, что вам больше всего понравилось в Ленинграде? Он ответил, он с палочкой ходил уже, да, говорит, Санкт-Петербург. И вообще это композитор огромный, он буквально взорвал в начале 20 века весь мир так называемой серьезной классической музыки, его русские балеты, «Жар птица», «Петрушка», «Весна священная», «Свадебка». Они даже очень русские по названиям, «Петрушка», да? «Жар птица», «Свадебка». Вот, вот они стали громадным, революционным буквально взрывом для многих во всем мире, и не только здесь, в Петербурге, в Москве, но и в Париже, и в Лондоне, и в Монте-Карло. Это так называемые русские сезоны. Они на много лет вперед определили направление, куда будет двигаться весь музыкальный мир. То же самое можно говорить и о Прокофьеве Сергея Сергеевича, который тоже учился здесь. Родился он в 1891 году, на 9 лет позже Стравинского. Но очень молодым обратил на себя внимание. Он, собственно, уже в 9-10-летнем возрасте писал оперы. Его опера «Великан» даже идет в этом театре. Эти композиторы вместе и определили даже лидирующую позицию русской музыкальной традиции, лидирующую в 20 веке. И Шостакович, и Рахманинов, и Скрябин. Еще и Римский-Корсаков жил в 20 веке. Он умер уже где-то лет 7-8 еще пожил в этом веке, в 20-м. Великолепный совершенно композитор. Это большая привилегия и большая, огромная честь для страны быть в числе 3-4 самых богатых хранителей традиций национального исторического наследия. Я повторяю, национального. Какая ваша любимая опера, спектакль или балет? Вот конкретно ваша. Любимой конфеты, наверное, не бывает. Это не значит, что вы кроме этой конфеты ничего другого есть не будете. Я люблю как минимум 100 произведений, без которых моя жизнь... Я округлил. Может быть, больше, может быть, чуть меньше. Но я не представляю себе ни одного сезона, чтобы я не обратился к этим произведениям. Это для меня уже потеря большая. То есть человек не хочет себе создать такую услугу, обеднеть за год. Да? Поэтому не продирижировать, не подготовить исполнение там, «Пиковой дамы» или «Онегина», «Хованщины». Вот это, пожалуй, одна из самых любимых моих опер. Это также одна из величайших опер вообще. Вот я тут очень сильно обеднею, если этого не будет. Я чувствую себя буквально что-то потерявшим. Вот мне надо к этому возвращаться обязательно. Но есть и симфонии, и опять же их много. Есть более современные произведения. Я очень дружу с Родионом Константиновичем Щедриным. Общение с ним для меня это вот как живительный глоток воздуха. Это самый великий русский музыкант сегодня. Это также человек очень не только громадной культуры, ясного ума, но и хранитель традиции. Через него, а он сочиняет, совсем недавно сочинил совершенно блестящее произведение под забавным названием «Приключения обезьяны». Вам фамилия Зощенко, наверное, что-то говорит, да? Вот. Ну, поинтересуйтесь, Зощенко написал такой рассказ. А Родион Константинович Щедрин написал где-то 30-минутное произведение, которое он доверил чтецу
и достаточно разнообразному составу музыкантов, которые сидят вместе на одной сцене. Вот. И все мы как бы идем за Зощенко, но ведет нас Родион Щедрин, вот, великий русский композитор. Я дружу с ним не потому, что мы должны обязательно пообедать вместе, а потому что я считаю его одним из учителей, а также хранителей очага, если можно так говорить, что пока такие музыканты есть, можно не волноваться за, и за сегодняшний, и за завтрашний день русской музыкальной культуры. Я думаю, что выступать на сцене и исполнить произведение композитора, который жил 300 или 200 лет назад, а потом исполнить ту же самую пьесу «Приключения обезьяны», которая написана 4 месяца назад, это тоже большая привилегия для музыканта. Это показывает твой, если хотите, прямой разговор или прямой диалог, или прямую связь через столетия, а в то же время твою острейшую живую связь со своим временем. Творцы, которые создают произведения, это первые музыканты в мире. Очень много, есть выдающиеся, есть невероятные музыканты. Все равно первыми остаются творцы, композиторы. И это особый совершенно дар, который редко кому отпущен в большой мере. Вот Родион Константинович – это невероятное исключение. И мы, конечно, очень гордимся в Мариинском театре. Мы гордимся тем, что у нас идут многочисленные произведения Щедрина. Это и балеты, например, «Анна Каренина», «Конек-горбунок», опера «Очарованный странник». Ну, есть знаменитая «Кармен Сюита», тоже под его пера это танцевала Майя Михайловна Плесецкая, это супруга Родиона Константиновича Щедрина, величайшая балерина. Я думаю, что разнообразие репертуара Мариинского театра, я бы его назвал огромным разнообразием, это то, чем мы, работающие в Мариинском театре, можем гордиться. В этом мы превосходим едва ли не все театры мира. Я вам тоже советую ни при каких обстоятельствах не терять ощущение движения к чему-то. Это может быть ваша жизненная установка на образование, это может быть заниматься здоровьем, заниматься тем, что вас действительно радует, как-то обогащает. Ну, я думаю, вы без меня разберетесь с этим. Вот. Наверное, я вас поблагодарю за то, что вы пришли к нам. Хорошо? Приходите еще, я буду всегда очень рад с вами пообщаться. Спасибо. Здорово.